Возраст участников от 14 до 35 лет. Работы принимаются до 15 августа. Это могут быть исследования в самых разных областях – социальная сфера, изобретательство, экология, инновации. На конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Анапчане уже не единожды достойно представили родной город и край. Конкурсы состоят из двух этапов – заочный тур и финальная часть. В городском управлении по делам молодежи готовы оказать информационную и техническую поддержку. Мы ждем его в управлении по делам молодежи по адресу город Анапа, улица Терская, 79, в удобное для него время поможем и этот проект, соответственно, преобразить, оформим, поможем распечатать необходимые документы, если нужно, какие-то графики, поможем редактурой, то есть вся необходимая сопроводительные, все сопроводительные моменты мы, безусловно, будем отслеживать и будем вместе с этим молодым, гипотетически, уже представителем нашего муниципального образования в каких-то творческих конкурсах либо проектах мы будем сопровождать. Участие в этих проектах абсолютно бесплатно.